Медсправки для поступления в школы и детсады можно получить только по предварительной записи. Это временная мера, и она будет действовать в Петропавловской детской поликлинике номер 1 только до возобновления плановой медпомощи. Об этом сообщила главный врач детской поликлиники номер 1 Светлана Кремер. Пока ограничения не сняты, запись к врачу-педиатру оформляется через колл-центр или портал госуслуги. На приеме врач оформляет карту формы 026У. При необходимости он же направляет на консультацию к специалисту. Что касается заболевших и температурящих детей, то они получают помощь врача на дому без посещения поликлиники. На сегодня таким образом справки уже получили 590 детей.